Это секстет «Облачный атлас». Таких пластинок, пожалуй, едва ли больше десятка во всей Америке. Мелодию я знаю. Знаю откуда-то. Это она. Музыка из моего сна. Я писал, представляя, как мы встречаемся в разных жизнях, в разных столетиях. Не знаю, как объяснить. Перед тем, как открыть дверь, я почувствовал... Я испытал сильнейшее ощущение дежавю. Я слышал это во сне. Я сидел в каком-то жутком кафе, и официантки. У всех одинаковые лица. Не надо прятаться. Я знаю, кто ты. Санми, 451. Дорога судьбы шла в одну сторону. Сегодня ведет совсем другую. Вам когда-нибудь казалось, будто вы в немилости у Вселенной? Страх. Что вы же? Вера. Любовь. Явление, определяющее ход наших жизней. Эти силы начинают действовать до нашего рождения и продолжают после смерти. Хозяева собственной жизни. Мы связаны с другими, прошлым и настоящим. И каждый проступок, как и каждое доброе дело, рождают новое будущее. Что нас ожидает другой мир, лучше, чем этот. И мы там встретимся.